11 октября, 5 часов утра, наша вторая попытка выхода в море. Дубль-2, да. Да, первый раз закончился неудачно. Пришлось перебрать двигатель. А? Первый раз закончился удачно. Удачно, да. Удачно мы вернулись, но дело закончилось переборкой двигателя, заменой поршней, вкладышей, шатунов, масляного насоса, цилиндров. Все это удалось сделать за 3 недели. И вот теперь из Шлиссельбурга, или как говорит наш капитан Шлюхенбурга, пытаемся выйти в Керчь. Выходим на встречу новым приключениям. Прощай, Шлиссельбург. Отходим. Дура! Да. А мамой не отдан, твою мать! Нам несказанно повезло. Практически штиль на Ладоге. Капитан счастлив. Нет. Это... Ну штурвал не крутишь, какое счастье. Пошли в речку Свирь. Вот она. Красота. Русских рек. У нас накрылась рация. Без рации идти нельзя, поэтому в лодейном поле, в ближайшем населенном пункте, будем искать магазин раций. Да, течение приличное. Мы его преодолеваем, скорость у нас невысокая получается. На этом участке речки мы одни. Где все остальные? Слушай, а что означает переход, что это такое? Это заповедник. А, Нижний Свирский заповедник. А, ясно. Обозначает нас, да? Речка Свирь, у лодейного поля мы остановились, встали на стояночку. Отдохнуть, попить водочки. Сломалась радиостанция, Игорь отправился в Питер покупать новую. Вот сегодня звонил, спрашивал, куда ему ехать, он забыл, как называется город, где мы стоим. Тишина, благодать. Погода градусов 10, наверное. Вышли из лодейного поля. Игорь съездил в Питер за новой рацией. И мы успешно двинули дальше вперед. Впереди симпатичная церковь. В Волго-Балтийском канале. Да. Такой Рым только один, я тебе его покажу. Это Рым. Мы шлюзуемся. Нижнесвирский шлюз. Так.
Ворота закрылись. Наливается вода. Стали подниматься. И мы уже поднимаемся. Блин, как они быстро, а, все? Сработали. Идет подъем. Ничего себе скорость. Класс. Давай. Оп, давай, кинь. Ничего себе такая скорость, как это заполняется мгновенно. Обалдеть. На все дело минуты 3-4. Не, ну 5 может быть. Чего, это заняло? Да. Ну давай так, начнем с того, что шлюзование начинается с подхода по подходному каналу, заканчивается выходом. А, ну тогда, конечно, тогда минут 15, наверное, 20. Видишь? Да? Это 13.10. Леша, запечатлей дату. Дату, вон, запечатлей. 19.03. Закрылки вышли, зеленые не горят. По команде. Все, шлюзы открываются. У нас без страховок, шлюза. А там везде со страховками. Это с такими, что мама не горит. Выходим из шлюза. Это гидроэлектростанция, при которой шлюз. Прошли порог Нижнесвирский, вот идем потихонечку дальше. Немножко налетели на какую-то мель слегка, но все нормально. А вот так у нас внутри, такой у нас пульт управления космическим аппаратом. Пошли на экскурсию по кораблю, вход в машинное отделение. КСО. Контрольные огни. Подходим к шлюзу. Два больших дядьки идут перед нами.
Какой-то памятник. Пока готовится чечевичный супчик, Игорь работает с техникой. Камера наполняется, будьте внимательны. Будем. Это не надо. Начнем. Будешек-то сними, а свои бегают будешек. Где я? Выше, да? Сейчас. Вот она, наша дырка. Вот это ГЭС, а при ней шлюз. Это я? Привет. Главный оператор. Тринадцатый, первый. Да я вижу, вижу все. Хорошие морозки. Перекинь вот на этот. Вот на этот перекинь. А на этот лучше, да? Ну, вот так. Вот так держать. Ага. Да, из этого как раз. Ну, тоже, чтобы не слышал на этом, не все. Ну, все равно за что. Крузование готово, за концами следи. Не надо... Хорошо, закрывай ворота. Леша, очень много такая. Леша, много не надо. Тут много, надо держать на руках. Вдруг, если надо скинуть, чтобы ты скинул. Поэтому лучше ты вот так вот. Вот этого сделал. Все, держи. Все, ли? Ну, на руках стоит. Ну, вот, надо ворота закрыть. Подержи, Игорюха. Держи. Давай, давай, закрывай пистолет. Последняя щель в этой жизни. Через которую можно куда-то было слинять? Нет, не дали. Все, шлюзы закрылись. Поселище вверх.
не кислые цветы, да? Угу. Открываешь лишь шлюзовые эти заслонки поверхности. Вот такой флот тут стоит. Красота. Наша кают-компания, такой здесь легкий бардачок, как обычно, кухонька, все отлично, газ, вода, все есть, просто замечательно. Кают-то и Баврина Игоря, Баврина вот слева, это моя, прямо шкафчик. Здесь я под потолком сделал такой крепеж на растяжках. Можно что-нибудь подвешивать. Фонарик у меня здесь висит. Шкафчики. На стенке тоже у меня костюмчик на случай утонутия. Все, кровать, компьютер. Вот тут сделал преобразователь 24 вольта на 19 для питания ноутбука. Здесь я живу. Вообще классно, просто супер. Спится замечательно. Внизу тут обогреватель. Так что тепло, хорошо, замечательно. Холодно не бывает вообще. У нас тут Wi-Fi, 4G. Все хорошо. А это буксир-толкач. Ну да, да, да. Толкает всякую ерунду. Совсем толкач, лагом тащит. Это называется тащит лагом. И крышу какой-то. Шурпицкий. Шурпицкий. Тащит лагом. Тут и такие катера ходят. Такие тут домики. Не могу долго снимать за штурвалом. Педенка это место называется? Видно будет что-нибудь или нет. Но тут полная тишина, штиль абсолютный, зеркальная гладь воды, серые такие тона немножко просвечивают.
подсвечены еще облака, и звезда горит. Может быть, что-то будет видно. Тишина абсолютная. Вот солнце. 7 часов утра. Октября 8:38. Вознесение. Выходим в Онегу. Пока тихая, спокойная. Один градус тепла. Онега, 12:43. Подходим к Вытегре. Где-то вот там Вытегра. Идет съемка. Начнем карабкаться в большую замку. Осталось всего 44 шлюза. Ерунда. Входим в Вытегру. Она Вытегра. Почему-то здесь белые буйки слева, хотя должны быть справа. Здесь же мы тоже поднимаемся по реке, как и по Свири. Там буйки были белые справа. Что за фигня, непонятно. Так, по камышам вот здесь идем. Ну вот это сама Вытегра. Поселок Вытегра. Это причал такой в Вытегре, у которого мы встали, ожидая своего прохода через шлюз. Очередной шлюз. Что у нас? Пенная вечеринка. Ух ты! В первом Вытегровском. Вот это да. Они пиво заливают тут. Каюту-то не лезь, чудовище. Вау. Семейка уток. А речка называется Ковжа. Мы уже пошли на юг, спускаемся к Белому озеру.
Точнее, поднимаемся по реке. Но идем на юг. По карте спускаемся. Очередной шлюз на речке Кубжа. Игорь, давление падает! Раньше нам везло, и мы входили в пустой шлюз. Сейчас же перед нами большой дядька, жопа которого нам здорово мешает. Поэтому гораздо сложнее. Будем пытаться зайти. Да, я представляю, когда он даст ход, что с нами будет. Сейчас мы Я диспетчеру скажу. Как он сюда вошел, я не понимаю. Болт после шестого шлюза. Который нас обогнал, за которым мы идем, он 50-60, а этот Волгодон 121. То есть очень древний. Как кака мамонта. Никогда не видел, как у мамонта. А я видел. Да? В натуре? В натуре. В вечной мерзлоте. Фига себе. Как тебе повезло? Ну, мы же не знали, что это как у мамонта. Нам же об этом рассказали. Разводной наплавной мост. Специально для нас его развели. А Юра в прошлый раз здесь ночевал. Потому что для маломерок не раскрывают его.
Это поплавки лежат. Анинский мост. Вытаскивают нас с мели. Спасибо, ребята, стянули нас. Ну что, морем пойдем? Белозерск. Пара или не будет только? Пара. Ну там это самое, там... Пришли сюда на ремонт, поскольку у нас реверсный редуктор накрылся, похоже, а может и не накрылся. Разводится на плавной воздух. Белозерский. Вид сверху на Белозеро. Такие тут домики. Красавцы. Это штормит, поэтому мы не пошли в озеро. Остались ждать завтрашней погоды хорошей. Просто замечательный городок. Такой милый, добрый, вологодский городок. Вот сейчас узнаем. Там есть надпись. Кар-кар.
Ход Шикснул. Проходим здесь уже третий раз. Первый раз ночью прошли. Потом вернулись назад в Белозерск. И сейчас опять идем в Шикснул. Уже малыми оборотами, на разбитом редукторе. Такие дела. Не знаю, Калину Красную здесь снимать? Да, Шикснул здесь снимал. На миль номер 2. На карте указана глубина 2 метра. У нас осадка 1,60 м. Но рекомендованный путь нужно было обогнуть вот этот буй. Где он? Вот он. Капитан немножко срезал вот здесь. Вот тут вот мы и сели. Миль номер 2. Хотели пройти Белозерским каналом, вот он начинается вот здесь, сейчас покажу чуть позже. Вот. Но пришлось вращаться в Белозеро и идти по довольно большой волне. Вот он, вход в Белозерский канал, выкопанный еще бог знает в какие времена, и судоходный до сих пор. И вот от 16-го буя, вот там мы и стояли, сидели, очень плотно. Подходим к монастырю. Номер 8 или 7? 8. Первый шлюз на спуск мы прошли, как сказал капитан, Гиперборею. Среднерусская возвышенность, где вода выше. То есть сначала поднимались по шлюзам, теперь опускаемся.
идет на обгон. Пароход. Подходим к Череповцу. Панорама речки. И вот он, Череповец вдали. Обратите внимание на состояние воздуха. Воздушного бассейна. Да, красота. Вот такой Череповец. Это наш ССП. Сам собери пароход. Вода относительно чистая. В центре Череповца вот такой памятник. Чугунно-литейному цеху памятник. Памятник череповецким металлургам. А это что за дядька? Художник Верещагина. Советский проспект. А это, похоже, основатели Воскресенского собора. Там дальше дом Милютина. Городского главы.
Конечный вокзал. Это как бы яхт-клуб Череповцы. Здесь теперь оставляем судно довесный, поскольку редуктор кирдык. А здесь вот большая труба с теплой водой, так что замерзать, надеюсь, не будем. Вот он, бедный редуктор несчастный. То, что от него осталось, висит на тали. Капитан, ну, ваши впечатления от этой поездки? Что и требовалось доказать. Бывает хуже, но чаще лучше. И хорошо, что хуже реже. Слава Богу, не посередине. Да, но все-таки дошли до Череповца. Рыбинского водохранилища встали. Да. А так, пароход живой, пробой нет. Экипаж цел. Слава Богу. Весной-то дойдем? А это зависит от того, как будет сделан и что будет сделано. Время покажет.